Ну, слава Богу. Так, может, это не будем записывать, а? Как это не будем? Ты меня уже 9-й раз динамишь. 10-й юбилейный. Надо записывать, Слав. Ну, правда, ну, как-то некогда. Мне надо резину поменять. Раньше надо было менять. Ладно, давай, ложись аккуратненько. Так, только без резких движений. Давай, ложись аккуратненько, садись. Дать! Нормально. Удобненько. Хорошо, Слав. Удобненько. Слав, а? Слав, принеси апельсинку. Кисленькую. Слав, солененькую. Слав, подожди. Я передумала. Принеси мне носки свои. Понюхать хочу. Слав, подожди. Лучше мороженого принеси мне. С перцем. Я сейчас. Слава, стой. Я боюсь. Чего боюсь? Боюсь, что ты опять не то принесешь. Принеси мне лучше книжку Донцовой. А какую? Любую. Я просто краски типографской полизать хочу. Все, что пожелаешь. Слав, началось. Началось. Слав, что ты бегаешь? Слав, что ты суетишься? Передача «Давай поженимся» началась. Слава, Сабитовой, телевизор включай. Начинай записывать. Ладно. Здравствуйте. Нам разрешили присутствовать на родах и снимать. Лучшие врачи больницы будут присутствовать на родах и принимать их. Вот. Итак, сегодня роды принимают Наталья Павловна, это лучший стоматолог, и Варвара Гавриловна, лучший логопед. А это моя жена. Крышку сними. А? Продолжаем? Откройте рот! Вам бы давно ставили! Протезы не требуются? Ну вот, теперь все в порядке, можете рожать. Так, а теперь скажите, летом глика через летом и летом глика. А это зачем? А это чтоб ребенок быстрее разговаривать начал. Молодой человек, ну что ж вы делаете, а? Снимаю роды. Идите там снимайте, здесь все стерильно, идите. А это сейчас тут говорит Варвара Гавриловна. Идите там. А снимайте. Это сейчас тут снимается роды. А это ох ты так. Вот так опора. Ну шатырь давай. Подождите. Ой цветет калина. Поле лучше. Что-то попить захотелось. Славка, ты что там, расшибся, что ли? Полностью. Ты что там, носопырник себе разбил? Дрызг вообще. А ну посмотри на меня. Не могу. Я сказал, посмотри. Хорошо, я смотрю. Ох ты, а. Вставай. Лучше. А вот, смотри, что я говорю. Рожаю. Рожаю! Баланс в природе соблюдаю! Слав, ты что там снимаешь? Конечно, все снимаю. Все, я передумала рожать. Как передумала? Что такое? Лазарь! Ага, чай не дают попить, пойдем, уже остыл, наверное. А что хочешь? В аквапарк хочу. В аквапарк? Поехали скорее, пока ты не передумала. Покажи, что ты там записывал-то. Сейчас. Так. Вот смотри. Это врачи. А это я, счастливый отец. А это... Ох ты, это... Ну что ты там записывал-то? Что ты записывал? А где давай поженимся? А где Роза Сабитова? Давай, вставай. Пошли в аквапарк. Будешь роды в воде снимать. Thank you.